В парке Гагарина Самарская городская общественная организация «Парус надежды» устроила праздник, посвященный Дню знаний. Детей развлекали веселые клоуны и аниматоры. В ходе праздника ребятам пели песни, показывали шоу мыльных пузырей и катали на квадроциклах. Каждый ребенок – это личность, это индивидуальность. И, конечно, воспитание и развитие детей, оно должно происходить в среде своих сверстников.